Так, всем привет, кто смотрит записи. Так, ну шо, микрофончик поближе. Погнали дальше. О, сейчас смотрит один. Всем привет, всем привет. Пишите сообщения или комментарии, не стесняйтесь. Я погнал дальше. И вообще, канал надо закрыть скоро. Че толку на нем все равно? 1000 подписчиков будет. 4000 просмотров. Так что вот эту игру пройду. Закрываю, а стримить буду на основном канале. Новая рубрика будет, да? Если можно какую-либо папку открыть, папки плейлисты, это тоже не получится. Нет, наверное. Плейлисты будут отдельно с играми. Так, ну ладно. Хотя я на основном канале что-то смотрел. Тоже у меня там непонятно. Надо еще раз. Ну и соглашение YouTube скинуло, которое правило. Это 4000 минут. Это 4000 часов. 10 часов у меня там только еще половина уже. И вот 20 февраля. Отключим монетизацию, то и все каналы. Все. Готовить информационный стрел. Так, можно здесь найти первый чистик. Так, ладно. Thank you.
Definitivamente. Какая-то метка. Византийское письмо. Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. И мы исполним наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Брать не получается. Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения, от высочайших деревьев до мельчайших грибов, оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Нас рекомендуют. Потом будет какая-то церемония посвящения. О, как! И что? Что это было? Thank you.
Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул в ней искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не заявил, что должен убить Крофт лично, и чтобы никто другой не смел этого делать. Боюсь, она затмевает мой разум. Я должен напоминать себе, что эта девчонка лишь препятствие, а цель моя — святой источник. Так, только для отвлечения внимания. Проклятая болезнь ослабляет мое тело, а теперь еще и разум. Мы с Ильей попробуем добраться до дальних холмов, к логову старого медведя. Троица все еще внизу, на старой советской базе. Мы дождемся глубокой ночи и отправимся в путь. Риск огромен, но выбора нет. Грядет бой. Вряд ли мы переживем его без целебных трав. А они растут только в холмах.
Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как? Наверху толком не говорят. Да. Слушай, ты об этом не особо распространяйся, ладно? В общем, мне кажется, их интересуют не деньги. Ты что, купился на болтовню Константина о славе и о новом мире? Да он это просто, чтобы бойцов подбодрить. Сомневаюсь. По-моему, он реально вообще это делает. Получается, нас наняли религиозные фанатики? Даже не знаю.
что, не перелетел, что ли? Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как, наверху толком не говорят. Ну да. Вообще мне не безлично спасибо. Раскопки должны вестись как можно быстрее и глубже. Мы пытаемся соблюдать осторожность. Осторожность? Зачем? У нас больше нет на нее времени, а у меня еще и терпение. При всем уважении, если все мои люди погибнут там, мы все есть расходный материал, командир. Мне нужен результат. Ставки высоки, как никогда. Thank you.
получается. Он должен быть внизу. Убить безоружных? Это жестоко даже для тебя, Лара. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Поздно стало, когда ты предала мою семью. Я заберу Атлас, Анна. Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подавно. Иди к черту! Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов Атлас. Это он, не иначе. Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Она думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество.
Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Фу, чем так? О нет, его сожгли заживо. О боже! Дайте мне, прошу, дайте мне уйти, дайте мне уйти. Кто на такое способен? Что за чертовщина? Эти сосуды все еще полные. Если я смогу их поджечь. Они здесь. Цель обнаружена. Уничтожить! Остальные отряды еще не прибыли. Граната пошла. Термит готов. Установи заряды. Зажигай! Укрытие! Thank you.
потери! Прикрой меня! Сера, здесь все может слететь на воздух. Нужно спешить. Эй, сучка здесь! Так, кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Нужно разрушить последние опоры. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Понадобится больше сосудов. Осталось только их найти.
мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Это я не до конца понимаю. Придется вернуться позже.
они повсюду. Мы тут заперты вместе с ними. Заткнись. Будь начеку и следуй инструкциям. Тогда выберемся. Не зевай. Эти твари могут появиться с любой стороны. Одного вблизи. Где бы ни были эти твари, они точно не люди. Что я только что сказал? Богом клянусь, Фрост, если не соберешь яйца в кулак, прикую тебя к стене и оставлю как приманку. Я понятно выразился? Да, сэр. У нас гости! Все назад! Пошли! Перехожу в укрытие!
Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Так. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. 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 Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Как я, наверное, здесь оказался? Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форуму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога, напротив. Он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима. И никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону.
Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Здесь еще сосуды. Я наверняка смогу их вытащить. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем.
Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Кажется, мне нужен еще сосуд. Что сказал? Кажется, мне нужен еще сосуд. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Это подрасчистит путь. Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Если как-то задействовать воду...
Яков, я выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Так, ну все. Все, не хватит. В следующий раз принесем атлас. В следующей серии. Давайте, всем пока.